просто запустится. Да будет так. Сражайтесь с честью. Так, если я шмотки пока не пулю, я в конце рейда все распулю. Если кто-то передумает, там обратитесь мне. А за успех Донтмена половину КП, да, даем, получается? 350, а? Пол. Фу, да? Да, у нас теперь нет различия между мейн и оффом. Можно еще раз суман, пожалуйста? Мне не понравился билд. Могу сказать. Давай, пока я расставляю метки, здесь делаю билд. Так. Печенька, так. Квадрат, печенька. Блин, ты милика там, черт. Жестко будет. Что еда, готовься, можешь сразу бабл лучше, пока не давай, ну, то есть эти вот, чтобы тебя когда не было. Лицензия сорвутся. Так, значит, первый у нас кто там стоит? Лок, лока можно тянуть, кстати. Так, там ружка. И мага. Так, 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 короче, весь рейд приходит на другую сторону. Начинаем жарить ромбик. После ромбика начинаем жарить крест. После креста начинаем жарить череп. Там уже будем по обстоятельствам смотреть. По контролям и избиванию костов. Поехали. Значит, ромбик как будет первая цель. Там физики сбивайте по КД косты. Дальше бафающие. Ты будешь банить дерево и ферять его. Только не выбегай, пожалуйста, за деревяшки, чтобы тебя не сагрились лишние мобы. Так. Это понятно, да? Бафы еще услышал? Отлично. Так, по поводу питомцев локи вызывайте, всех локов, питомцев, этих собак вызывайте, чтобы здесь полили. Тоже не забывайте. Так, по локовской собаке, которая будет бегать по рейду, кости сбивать, давай, короче, флеш пофиряешь его, хорошо? Локовскую собачку. Так, идем дальше. По контролем магии, локи. Так, гублик у нас свободный получается. Значит, смотрите. Метку череп у нас шипает. Нет, не шипает, а вихрь кидает войд. После твоих вихрей гудлик кидает ему фир. Гудлик запомнил, метка череп. Фиряешь. И сначала вихри полетят, потом фиры. Дальше. Либо не будете контролить, будет шот. Имейте в виду. Дальше в крест у нас драйнер. Кидаешь лягушку, а ЧП его это сам вихрюешь. Так. Хотя нет, стоп, зорки пошипаешь крест, ЧП повихряет его. Все. Так. Только все вместе не давайте шип с этим. Давай, короче, зорки ты первый, если что, шипнешь. Потом уже ЧП подключится с вихряками своими. Так, дальше. Поп. Опасным милишным мобам по трусам у нас будет контролить, получается. Давай, гудлик, ты будешь его фирять по КД. Чикабуми, ты будешь ему... А, стоп, нет. Давай, Чикабуми, ты, если что, по трусам сначала корни кидай. После корней, как уже будет демишн, кидай ему вихри. И меняюсь, так чередуюсь. Так, квадратик у нас будет... давай, захотаю. Захотаешь то же самое сделаешь. Сначала корни кидаешь, а потом вихрюешь. Так, в печеньку у нас гудлик пофиряет печеньку. Суза, если что, пошипуешь печеньку. Ну, у нас луна осталась без контроля, но если что, там я озвучу, кто будет контролить. Так. Я просто называю метку. Допустим, у нас будет. У меня. Я буду танчить печеньку. А если печенька будет у меня, пойдет луна там вместо печеньки, соответственно, луна пересядет и контролит. Все, это понятно. Так. Дон, ты готов? Кого я офиряю? Череп, печенька и трусы? Мы же ромбик крипаем первым. О, блядь, сука, гудлик, не беси меня, я все назначил, растусовал, блядь. Ну, ты сказал, но... Гудлик, 4 моба не будет контролить, ГП. Ну, тебя, я смогу. Просто эти ты не контролишь. Кого я назначал, гудлик? Печеньку я тебе назначал, вара, блядь, я то помню. И это на череп меня сначала назначил. На череп разве ты назначал? Нет. Подожди, череп, сначала я же там шип идут, нет? Нет, ты сказал смешу, я фирду. Так, подожди, череп у нас в вихре должен лететь. Это вой ты забираешь его, да? Угу. Ага. Значит, это самое.
Да, гудлик, будешь его тогда ферять. Да. Череп, печеньку назначу. Получается, кто печеньку еще контролит помимо гудлика? Суза. Угу. Давай кто-нибудь еще тогда поконтролит его драйнера в лягушку покидаешь. Ты вроде не означал себе ничего. Все, тогда теперь все точно. А кого вы там кидать будете ДКшкой оттягивать? Мирикэмп это, вот запомните, мирики это луна, печенька, трусы, квадрат. От РД кэмп оттягивайте и кого кидаете пока, да. Вообще на пол. И да, у тебя есть бронепод? Все хорошо. Дон готов? А, по гриппам. Да, первый мы тянем гробик. Да. Ты первый начнешь, Дон? Угу. Я на ботинках, да. Хорошо, Донт, первый ромбик, второй Абула, Себас, третий. Значит, Абула уже готовься уже гриппать его. ДБМ полукуча. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Гера. Так, кто у нас там? Череп у нас... Так, кто там у нас? Там изменика в квадратик, да? Квадратик просто контрольте. Дом не веди никуда, особенно на месте. Квадратик контролим. Бьем череп. Ой, ромбик бьем. Блядь, Суза, ты куда вышел? У тебя все, весь миликэмп собрался. Я вообще-то вообще на досках. Все, стой на досках, все равно. Череп бьем, да? Нет, крест потом. После ромбика крест. Крест играйте, магл, бейте. Череп контрольте. Зменишок, блядь, это сука. Вал, сам вставай. Отлично. Прохитите валса, дайте каску по валсу. Пистобаф на хп хотя бы. Играем в крестик, потом в череп. Череп законтрольте, ферните, либо вихрь киньте ему. Быстрее. За что ты трэнш-кэмп у меня? О, все, норм. Еще раз ферните его, не знаю, ферните либо вихрь дайте. Кто с крестом у нас? Даю машину. Живите. Сузу там расстреливают. По сузе боб дайте, там его ханты его ебошит. По сузе боб дайте, аккуратно. Все, ДКшки грипните, череп фрейд. Паладин стану ему пропишите. ДК череп грип фрейд. ДК грип череп фрейд. Ага. Все, в черепок играйте сейчас. Потом квадратик свичнитесь после черепа. Квадратик также контрольте. Так, ну к вам печень. Мэри Джейн аккуратно, у тебя сейчас агрится все время миликэмп. Не подходи к вам близко. Дон на тебя сейчас пойдет, наверное. Я тебе еще раз грипнуть? Нет, да. Угу. Блять, на заход ее пошли. Квадратик свечуемся. После черепа. Черепа убили там, нет? Почти 30%. Гублика с вас шотла. Заход и подними гублика. Дон, сядь на кого-нибудь хила, позбивай косты. На шамана сядь там. Так, после квадратика играйте в печеньку. Так, квадратик. Бьете квадратик сейчас, да? Сколько там процентов у меня? Подиспельте кто-нибудь, попушите квадрат. Да хуя там бас. Блин, ты туалет, блядь, да кра, блядь. Ты прожуй сначала. Ну на ДК, блядь. Так, ладно, БРФ пока не даем, держим так. Печеньку, главное, контрольте и все. Заебал народные картофельные запасы уничтожать, блядь. Я колбасу хавлю. Чипа прохил. Да я нажал кнопки, нормально все. Блядь, это... трусы контролим, ромбик тоже контролим. Ой, луну контролим.
Квадратик добивайте быстрее, потом по луне будем. Нет, не по луне, а по трусам будем играть. Сейчас свободный по контролю, кто печеньку контролил, контрольте луну сейчас. Так. Вара также продолжается контролить. А Вара убили уже? Сейчас треугольник, да, бьем? Да, треугольник, да. Видите. Все, вижу. Вара, вижу. Да, треугольник бьем, он опасно самый. Вара и луну контролем, не забывайте. Аковы давайте, не знаю, там. На каток отправляйте. Зорки на тебя смотрят, я сейчас зарму дам. Я сяду сейчас на хила какого-нибудь, позбиваю косты. Так, минус чики. Мякоти трусы быстрее. Луну контролем, может шипнуться, не знаю, там, овечку кинуть. Дон, сядь на хули приставь их, пожалуйста. Я сбиваю кости. Дерево контролится нормально. Чё, ретрики дисплейте? Так, убери труса, да? Здесь. Давайте, да, давайте в луну. Повару дизарм, повару дизарм. Давайте, может, вару убьем? Вар не бьет так сильно, как пал. Крылья пожмет и все, он пипец будет. Вара можно контролить пока катить. Не спал. Нас здесь подавить еще раз, у меня бабло. Где снип? Бабло. Ага. Там печенька свечаемся, если бы мы. Печенька играем. Что, добили? Все, добили. Мы красавцы. А что я в гильчат не могу писать? Ну просто Шова, и Шова тоже не может. Yeah. Как? Посидите пока в ноте чуть-чуть. Да я вас хочу ваши уже слушать. Видеть точнее. А будете здесь это все выяснять, будете ремонт. Будете с гоями, не сможете общаться. Да, Була? Да, Була. А Була сможет общаться. Его не Шова делал. Попухшите Вара печеньку. Да что, блядь, двуличный пиздец. Ху, блядь, таким быть. Ну. Тихо. Все двухличные. Шелковая жопа? Да, шелковая жопа. Я, короче, понял, как делать. Надо каждое РТ придумывать какую-то шутку про Шову, но чтобы ее не понимал и не знал Бёрн. Так не получится. Получится. Вот что, откуда ты знаешь, что такое шелковая жопа, блядь? А все знают, а? Ты знаешь, блядь. Понимаешь, как пиздато? Так а Шова расскажет Бьорну, и Бьорну знает, а ты получишь ГП. Нахуя? Да, да и чё, да и похуй, зато я до следующего, когда новую шутку придумаю. Боже, новый ГП. Блядь, твои ГП это лишь царапки. А было, у меня нервы, вон, видишь, самый, тоже есть предел, как говорится. Не пугаю просто, но зачем это делать? Ну вот да, смотри, да. Вот мы говорим, шелковая жопа. Вот, да. Вот кому это может быть обидно, блядь? Бьёрн, предлагаем собрать это народное собрание, выяснять, это обидная шутка или нет. Да, кстати, давай, блядь, суд присяжных, нахуй, оскорбился человек или нет, блядь. А как еще ночью еще будешь, что-то обидно? Что обидно, вы шелковая жопа, блядь. Ну, есть же такое оскорбление чувств верующих, блядь. Шелковая жопа, блядь? Так, можно верить во что угодно, блядь. Полковую жопу. Гасним ты тут? Гасним. Верь в 50 из 50. Там хоть левать не будешь после того, что кимси... Войтит Вега в макаронного монстра. Не-не-не. Ну, по сути, он есть. Твой кореш. Не надо. Авула.
Не знаю, может, да. Так, где люди? А чё не спрашивают? А кто банит, блин? А? Гудзик на автокасте. Я сдох вообще. Сейчас это нет. Я же готов долго продавать. Того света банит. Да бля, кто, бля, ло, баф еще хрэ банить, но через ГП дам. Смотри, успевайте смотреть, кем наложено. Сейчас посмотрю сейчас. Так у нас один живой вот. Один. Кем наложено, блин? Это Гудлик, Гудлик кидал. Гудлик, да, я тоже скорее скажу. Некуда класть. Да ладно. Нет, что, блядь, возможно, нахуй? О, шестерка. Я тебе говорю, блядь, я ебал ДКшника. Ебал я в рот, блядь, что это выпало? Как такое может быть, блядь? Мой комп, блядь, рыдает, нахуй. Так мой рыдает, меч выпал, блядь, сапоги выпали, блядь. Нет, вообще. Так, викинг тебе на какой спек из всего жизни? А, да, блин, я думал это, блин, на раз. А чё? Чики, тебе надо тебе тинг? Сейчас две приги выпали, блядь. Да, да. Начал он. Две пары ботинок. Чё 351? Вспомнил пещеру с ведьмака, блядь, с троллями, нахуй. Сейчас ГП Патласу дается. А кто шарит за пещеру с троллями? Да. Да. Я думал, сейчас скажет, сейчас ГП за то, что назвал троллями гильду. Никто не знает. А кто-то скинет этот Атлас, чтобы посмотреть, как там, блядь, обозначено. Иди на смотку, и вон сразу написано ГП 351. А мне... А, все, нашел. Гарри Поттер и Орден говна. Гарри Поттер и шелковая жопа, блядь. Так, давай флеш потом попозже. Не-не-не, знаешь это... Ну, давай, скидывай, пока еще мне это самое. Фильм, который после Гарри Поттера, шелковая жопа и твари, которые там обитают, блядь. Седрик. Так, короче... Так, Донт МТ, это понятно, да? Ну, покажется сейчас свои письки ваши, только дамажит. Абуа Гудлик и Принц Бульбажор. Так. Вот это обидно. ЛГП, по-моему, блядь, публичное оскорбление, нахуй, расизм еще до кучи, блядь. Вот это национализм. Или национализм, как это правильно, нахуй. Это пиздец, все, попал-то, нахуй. Шоу нацист, блядь. Че на пол рвет? А кто сферы ловит? А, точно, что я... Давай, короче, Абулов танка, стоматолог танка. Конечно. И... А? У Расмуса танк есть. И Расмус больше, чем флэш дамажит, так что... Пусть флэш спрягут. Танка доставать. Расмус, давай, это самое, тоже в танка. Короче, по сторонам, Абула слева. Давай я справа, я привык справа. Давай. Хорошо. Абула справа, стоматолог слева, Размус попу прикрывает. Мы идем с тобой перед. Так, ребята, команда для танков, напоминаю, по тактике. Когда я озвучу, мы меняем портал, то есть поменяли портал, вы переключаетесь сразу ловить белые портальчики. То есть, ну, вы темные начинаете ловить. Белые уже пропускаете в лед, и темные ловите. Потому что мы из-за этого позавчера упали много раз. То, что, блин, меняем портал, и в нас летают темные сферы, и мы падаем. Чтоб не было такого. Когда меняются порталы, меняются тоже сверки. Дальше. По дэшерам. Товарищи ДД, попрошу вас прожимки свои не отдавать с пулом, а давайте строго на противоположный щит. Бафа еще и твоя ответственная задача кидать косноязычно на двух этих самых девок. Ну, на... ну ты понял, да? Да, данчи донт МТ. Ну, я тоже буду данчить Эдиса. Бафа еще и косноязычно кидай просто по двум этих валькириям, пока ДД их обнуляй. Это очень важно. Геру мы сдаем строго по команде. Я буду смотреть, в принципе, если мы будем успевать убивать, то норм. Так, все, давай, зачем на... Ушастый, съебись в рейд. У вас готов, все готово. А по ДБ мы пулу. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Покурить можно. Блять, это дурачок.
Готовьтесь. Смотрим, какая у вас. Продолжайте бить, ничего не делаем. Надо Артеном до 12 сделать, я хочу еще на ПТР-ку сходить сегодня. Хичал. Готовимся. Способность 5 секунд. Рокс, где раскол? Поменяли порталы, белый портал и сущность в ромбик сейчас. Прожимки сдали свои. Нет. А ты космозащит не было, что ли, не понимаю? Викинг встал, отлично. Забафайте викинга по-быстрому. Переходим в другой портал, ребята. Шве. Там был быстрее. Куда? Так, напоминаю, темное сейчас не пропускаем, блядь. Белое пропускаем. Ромбик пока будем. Дайте иннер по еде, пожалуйста. ЧП. Скинул, скинул. Так, продолжается бить. Танки, которые темным порталом, прожмите сейчас. Дон, дайте 4 свое. Если есть. Пацал прожимал, ладно, тоже прожимал, ладно, кстати, тоже. Но следующий я дам, если что, мне откажется. У меня 20 секунд. Как мы так поменялись, что я начал жопу ловить, блядь? Шелковую. Чью? Шелковую? Предлагаю, блядь, открыть парикмахер. Шелковый локон. Спецспособность 10 секунд, ребята. Смена цели. Смена портала, то есть портал меняем. Да, это 4 всего. Падаешь. Да, упал у нас. Это самое. ЧПД БРП иди. Да, вставай, иннер залили, сразу ей. Потихонечку. Она упала у нас просто. Приходи потихоньку. Так, в тусы играйте, если что, ребят. Смотки. Я дал стрел. Угу. Как она не поймалась? Давай, забивайся, забивайся. Жмите, 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 жмите. Прыга. Сузы слабый. Нет, прыга. Чаша кастера. Ну, ДЦ там, в принципе, нормально. Куда эти мерлины? Где с ним будешь? Раз. Есть, да? Хорошо. О, я выйду, Warfire распихнулся. Так, латы, ноги. Лот, так, а было больше 885. Дот надо настройка по это самое понастраивать, чтобы люди, которые со званием, ну, не СИП. Так, ноги 468 кп, да? Смотрю. 201. Да, да, 468. Так, на танка. Хорошая запа. С мастерством. Берите танки. Это много ИП, ребят. Все, это мы уже приделали правила. Так, Себастьян, там мало спектра тоже. Ну, на мой спектр. Танк хороший. Чтобы у нас все успели под токены полутать, а не только пару человек. Так. Это по роводам. Там лич уже вышел. Так, раскидай просто. Лукадим?
Ну, не флотите, ну, ребята, посмотрите. Так, кто у нас? Размус 97, да, вижу? Все, Размус. Бабула, лёд нажму. За, блядь, за 5000 нажму, похуй. Дашь 5000? Блядь, забрал нахуй. Эй, отключили быстро. Не смотрим просто. Они не умеют, блядь. Короче, я оставил это самое, сверху. А там Валька внизу тоже, да, лут остался, или там наверху? Че ж вы не сказали, что это самое? Ладно, пофиг. Это ты сверху же это забрал. Сверху забрал, рецепты не забрал, штаны, вот. Запы, а ну в принципе все забрал. Я первый бегу, я молодец. Зашел? В одной бочке все-таки. Хотя первый раз рыбку поставил, кушаем, сразу по местам. Кто готов? Абула, ну что, давай по старинке как будешь грыпать. А что, может сразу сапрот въебать или не? Ну, сразу. Да, сразу пейте сапрот и все пейте сапрот. Перепаска закончилась? Да, пейте все сапрот еще. Все пьют еще сапрот, ну там больше. ДПС и так хватает. Так, я на силу выпью, у меня сила профитней. Абула, бэт. Так, что у меня там по его индексу? Так. 59, все есть у меня. Так, короче, друид заход, бежишь на противоположную сторону, предполом. Там разбиваешь сверху, понял, да, предполом? Так, Абуля, ты тянешь сюда сверочку, да, где-нибудь. Еда, первый фридом сразу давай в Абулу, сразу же предполом, когда начинается пол, сразу фридом давай. Так, по бобам, первый боб, давай, у нас три боба, ребята, первый боб еда. Второй Размус, третий флеш, четвертый боб уже не понадобится нам. Все, все, да? Размус уже заранее дал боб, чтобы больше. В смысле? От льда. Да я поменял этот скилл местами, чтобы наебаться как в тот раз. Онг, ладно, тогда второй боб дает флеш, третий Размус стоит, он должен откатиться, в принципе. Да, если что, давайте что на пол. Шаклить ничего не надо, у него просто пусть. Так, неверно, мне на пульчик там все организуешь, как все надо. Так, все, по ДБМу пулу. Готовься, хаспот и крикпота. Будет больно. 5, 4, 3, 2, 1. 2 секунды. Поехали. Без... Так, а я в пати, ничего страшного? Мы еще посмотрим, если будут пробивать, перекинуться в пати. Ну, далековато от меня, ну ладно. Еда, либо кто там у нас, Размус, Буш, Мастан, давайте еще по возможности. Нет, лучше флеш. Бля, я таймер не включил, сука. Ладно, Вок, сейчас буду по памяти делать. Сейчас вытащи, включи. Сейчас теневой будет. Я уже дал стан. Все. Надо, короче, сейчас я сделаю третий стан и включу вот это самое. И там уже по времени буду смотреть. Если норм будет. Так, сейчас теневой. На третьей фазе, чтобы все стакнулись в кучу в одну. Готовимся на пулы. Один сорвался в рейд. Очень далеко, я не достаю до него. Я на понял. Все, все, я, спасибо. Блять, опять не так. Блять, чё. Наверное, вайпнемся, но я не, точно не уверен. Я буду по памяти давать. Так, блин. Не включил таймер, блин. Нашел девай. Хотя сейчас посмотрим. Заливайте трешак. Весь мелкий под босса сюда ставьте. Готовьте первый боб давать. Бля, че он стакает? Блин, это самое. Никаких ходок, никаких читков на меня ничего не должно быть. Понятно? Меня хили только прямыми стилинами. Никаких ходок на меня, еще раз повторю. Череп, беги быстрее. Будет второй боб. Второй боб дает мост флеш. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Дальше уходи. Блять. Уходите сюда, в стену. Нормально. Ой, хорош, хорош. Все, забегай. С
Стакнитесь в печеньку, здесь бьем трэш. Выкопается сейчас. Сходим. Там, где пуляли. 2 секунды, 1 секунда. Сейчас выкопается. Все, бьем босса. Трэш, ну ком мелкий трэш, следите, пожалуйста. Много не настакивайте, ребята. На пулы сдались мне. Кто там, блядь? Второй стан нужен. Один. Давай. Крапайтесь, давай пойдем, я сейчас таймер запущу. Себе КП. Только под мини-картой Бёрд ты бы нажал там на время и появился таймер. Там его нужно запускаешь на стрелочку и все. Я забыл сделать. Так это можно сделать в бою было. Отнимать циферки в бою ты будешь за него? Зачем отнимать? Там есть такая кнопочка кругленькая, нажимаешь на нее, 0 становится, потом нажимаешь стрелочку, опять запускается. Ты не понимаешь, что я умер, ладно. Короче, забить. Зачем тебе, ну, вся вот эта линия временная? Запустил на 0, и ты как будто первых жуков танчишь. Изи. Да. Вон там вальки свалились, если надо найти. Вылазит он на 7. Слутал. Ты заканчивал? Ты смотрел? Немало. На 8-10 закапывается? А вот теперь на третьих этих самых... после третьего взрывания, после пистолетового взрывания, босса почему-то... Это самое... я запускал таймер точно так же, как ты говоришь. Вот, я это тоже пробовал. Вот. У них почему-то таймер сдвинулся. Ты дал стан на 26 секунде, а надо на 29. И стан когда кончился, они... Ой, давай, не надо ничего усложнять, давай, как раньше убивали. Я ничего не усложняю. Как раньше убивали, так убивали. Все. Я ничего не предлагал такого. Просто бафаемся по метке, на позиции вставали. Перекинь сюда в другую пати. Рыбку. Да, сейчас перекину сюда в другую пати. Рыбку, да, поставь, пожалуйста, рыбку. Там стоит уже все. Я уж покушал ее. А где стоит? Где стоит? Ладно, сейчас ГБ возьму. Шо вас съел? Она в шуке, который умер. Он ее съел? Да. Вот, есть. Нашел. Блин, рыба в ГБ закончилась. Ребят, это то самое. Да, я потом куплю еще. Обращайся к этому, к... Как его там? Шаманизму. Он очень много рыбы вчера крафтил. Стопалин телега. Думам бет. Опа, есть, давайте. Стартуем. А кто у нас ливнул? Кто? А, это ты, я... Все. Да, это шоп, это самое. Так, все готовы? Донт, там все приняли, я просто... Чат оффнул. Да, все готовы. ЦБМ ставлю. Угу. Мне щиточек. 4, 3, 2... Один. Пол. Все, четко. Ну, ты далеко ставишь? Блять. Это заходу. Не заходу, давай это ЧП лестницу обещаю. На пола. Саш, ты вот себя в группу переместил, у меня забаговалось. Это хилитнес. Вот это. У меня только хулипал был хил, нормально все пришел. Трэш вышел, на пол по трэшу. Нет. А следующий раз, пожалуйста, поставь ближе, чтобы ретики... Ну, мне же по страховке надо, мало ли там промах будет и все. Далеко не ставь так. Я уважаю, чтобы это уши твои не задевали. Случайно. Сколько там процентов оставлено? 66. Хорошо.
А у дотки еще погрызут 65%, будет неплохо. И да, давай ты мне лужу боб дашь прямо, сейчас я маленько пробегусь. Давай, боб, давай, 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 ага. Давай, 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 давай. Блять, я иду, по-моему, убил. А может и не я. Флэш вышел. Ой, чё, а захотаю, иди, Берни, иду. Да, да, захотаю, да. Что-то я не вижу. Взяли его, ну, уступил место захоты, пусть охота сделает. Куда ты, блин? На ком сейчас метка была? Дед бич, вы что делаете, ребят? КП потом начислим его. Катите, типа, кайте, 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 кайте. Ну я в самом деле скажу. Я не кидаю на него, на него. Не надо, не кидай. Должен сейчас это самое, пусть лужу не будем тратить. Все, бьем босса дальше. Мелких захерачили. Готовьте на пулу меня. Блять. Так, а почему мне 2.50 показывает? Любой ретрик, подойдите ко мне сейчас. Стан. Угу. Все, уходите. Забафайте еду. Забудьте. Двойте, двойте. Вытяни меч. Не избивай меня. Сбит? Все сбито на сцене. Ветри ко мне подойди. Левый стан. Второй стан давай. Погиня. Все. Зор кидаем тут. Так, у боб остался получается. Ура. Размус, хорошо, следующий твой бог. Может сразу как трэш закончится, босс? Опа, сейчас. Так. Меня убило. Не понимаю, почему меня убило. Либо ходка на мне была, либо я не знаю. Сейчас загляну. А? Там же абсорб нельзя, чтобы был. Ну, тогда. Сейчас я посмотрю, что это у меня. Какое исцеление какое было. Да ничего на тебе не было. Ну так просто не может сложиться. Либо ходка, либо щит на мне был. Ходки тоже что-то нельзя было. Шамановская ерунда ж вешает? Чайник. Да, да. Нет, подожди, там... Там жизнь земли может быть. Да, поэтому... Меня цепуху тоже не кастуйте. У меня только прямое исцеление, ребята. Они делают. А? Тебе абсорб нельзя ловить. На ходке пофигу. Нет, ходки тоже употребляют. Ходки? Я ли только ходки друида, у которого волонир есть. Только да. В том, что да. Мы об этом говорили в тот раз. Ну, у нас у идеального, у нас идеального волонира. Что еще? Какие у нас еще есть абсорбы, помимо ДЦ? ДЦ паладин, все. Ну таких хилов нету волониров? Валса там. Ты реваншем не бил? А, у тебя же Т4 нет, наверное. Есть Т4, но я. А, вот, Гесниб. Кинул. Щит на меня. Гесниб не кидай щиты на меня вообще. Ну, вайпрейда получается. Ага. А пробуждение древних он не абсорбит, по-моему. Чисто поглощает, ну не поглощает, а дает меньше. Ну, да, твой... На 10% снижает урон. Да, здесь, ну это фигня, лучше абсорбит. Так, а тоже зорки КП-то будут. Давай, сочи на пол, да, чего не хватает. Мана, все готово? ЧП готово? Так, все, давайте, по ДБ мы пулы. Зорки показать тебе. Саша. Сейчас скину, подожди, сейчас таймер включу. Отвлекай. Да, включи, а. Все, поехали. Да он что так долго, блядь? Первую секунду пульнул.
меня уже в таймер уже 2 секунды ушло. Ну, ладно. Прибавь 2 секунды. Наплыла. Готовься на пол, ребят. Ой, вот не завидую тебя сейчас, тоже тут вообще будешь стрелять тут, высчитывать все. Давайте больше босса. Кирапулки наркоман. Ну чё, и твой таймер не будет ему помогать? Тихо. Сам из лоха бежал. Так, ну 5, ну 2.50 следующую. Много не стакайся, заход твой. Беги туда, правую лужу. Угу. Готовься, Боб. Только к стеночке прижмись. Угу. Давай, Боб. Ближе к лужу. Угу. Да, прыгай. Он быстро выкопается. Хорошо, да. Пойдем. Да, вообще. ТДшники, ближе. Ну вы вечно полгода печеньки, бежите до босса. Печеньки. Быстрее. Все, мелких, ну-ка мелкие, блядь. Пудель, чей это пудель, блядь? Призовите его сюда, вред. Там мелкий на нем сидит. Так, давайте это самое. Мелких запинайте, на полу дайте у меня. Ох, ну все хорошо так. Паладин нужен. Давай стан сразу. Беги. Угу, спасибо. Готовься, сейчас будет это самое. Трэш. Трэш выкупался, готовимся. Там нужен второй еще. Хотя не надо. Не промазываю. Чуть не перевели. Сколько процентов? 37 или 38. Сейчас кто кидает? Раз? Ну, третий, я не знаю, кто. Я ж, блядь, распорядок дал вам. Кто сейчас дает? Флэш, ты? Размус, ты давай. Где там лужа? Лужи там нету. Разбейте там лужу, кастера. Кто-нибудь лужу разбейте. Быстрее. Беги в лужу, вот видишь, там разбивают. Питомся. Беги. Чики, иди, резни, бой, да. Себаста было, бомжи. Себаста было бомжи, дали. Вы, конечно, зря, но я думаю, они пропадут. Ты умер, Годи. Да, Боба не будет, можем. Боба не будет. Беги, у нас Боба нету. Ну я откачу, нормально. Что ты откачешь, блядь? Быстро сейчас, отойдите от шипов. Размуса прохил. Беги, сразу в лужу залетай. Оверхил кота. Все, нормально, теперь. Ну, конечно, бомжей зря вызвали, сейчас появится трэш и... уже будут. Ладно, наливайте быстрее мелкий трэш этот. Быстрее. На пул на меня сделайте. Блять, Дон, надо вызывать трэш уже под конец уже, а не в начале. На пул. Быстрее. Я пишу с него.
Вижу, вижу. Стану паладина нужен. Ах, не надо. Бей, босса. Перевели. Все, бейте, босса. Больше ДПС. Геру дали. Так. Разум, спасни бабл. Прохиливаем метки и танка. Стоматолога 400 каджу. Твой сейчас миру. А дай ты 4 свое. Отдал это. Угу. Только метки прохиливаем. Да и сам нужен сам до второго паладина, быстрее. Беги сразу сам давай. Угу. На пулы! Один бредит находится. А чё это вы умираете, не понимаю, где прохил? Нам тут много пришли. Сколько оставили боссу? А много. Больше 10. 7 лямов там. Ёкшу, мать, блять, ну... Смотрим. Войт, а чего ты умер? Скрабей, понятно. Бафы еще, прокалывание там какого-то там, все понятно. Так, первый вас отлетел. Служители земли. А, бац, холод убил. Холод, еда убила. А, ну, жуки викинга заели. Что непонятно, хилить метки. Вы хилите только метки. От Т4 шаманские там рит сам отхиливается. Объясняю, как работает босс на третьей фазе. Они снимают, сколько там, 30% или 20% уже снимают? 20%, по-моему, от текущего вашего хп. То есть у вас 1000 хп, она сняла вам 2000 хп. Ой, 1200 хп. У вас стало 800 хп, и это 800 хп она снимает еще этих 20%. Вот. Поэтому чем меньше у вас хп, тем поменьше у вас будет прилетать эта уешка. Но бьют очень сильно эти самые шарики, ледяные, эти вот, которые ледяная метка, и скоробеи, которые настакались. Все, вот эти цели нужно только хилить в основном. Остальное все захилится от Т4 от джаговского паладина. Флэш, ты, кстати, чтобы хулипал не отвлекался, там кинешь джагу на свет, а Размус на мудрость кинет, да. Так. И все стойте в одной куче, чтобы шаманы ваши эти самые, как их там называются, орехи кидайте на рейндж кэмп кого-нибудь, любого кастера, и обновляйте их постоянно, потому что они снимаются. А? Мне скоро отойти нужно будет на минут 20. Красавчик. Ты сейчас отойти надо будет? Ну, в ближайшее время, не прям сейчас. Ну давайте, короче, тогда еще раз. Бить хоть, надо убить вас, что-то босса, блин. Ну, люди сейчас подохли, только что нету метки не захилили. Не умирайте от меток. Танк, если что, лежит. Саппроты выпить. Почему, бля, не в саппротах? Вас, где твой саппрот? На третий выпью. Все пьют саппроты, потому что бьют очень сильно. Так. Все, давайте, что у нас? Да до хрена у кого нету. Да, анонсите 2 секунды, пожалуйста. Ну, до хрена, вот я не вижу кресни по саппротам. Не вижу ватса саппрота, не вижу... Все, уже все перепили уже резко так, да? Не, у ватса нету. Но уже есть. Сними, где твой саппрот? Я смотрю, тут пол рейда, но человек 10 точно перепило только. Все готовы? Викинг готов? Да, сейчас масло это намажу. Давай быстрее. Все, готов. Готов? Да, да. Включи на пол. Я пизду, перемешивание есть. Нахуй. Сейчас вот так. Так, ДБМ пул. 5, 4, 3, 2, 1. Тяни. Фридом под аккатом. Так, готовьте на пулу.
Там люди не от мобов, кстати, поумирали. Там один моб вырвался, но это ничего страшного. Там люди умирали от меток. Не, вот подожди поближе, что за там еще. Вам нужно стоять в одном кемпе, там только один хан бегает, напуливает. И там психошка может еще помочь. Чья это лужа? Посмотри потом под этой кто это разбил. Я бы пойдем. Только это сам лужу, то пойдете аккуратненько. Напуливай. Падайте. Урон по сверкам, не коните. Побуло, братанчик. Ну я, блядь, задел, ну. Таз широкий. Почему у нас у рестор друида 18 еще урона? Потому что он разбивает на той стороне. Ну, чтобы не терять ДПС, то есть он бежит туда. Ну, ладно, это правильно. Кстати, он рыба. Кушать рыбу. А, было, сниму 350 за слова такой. В принципе, не серьезно, нужно. Сколько убить? Можно было бы вырулить эту. Да и так за шмотку уже 500 ГП дают. А за слаг. Да не 500, там. Так, только 300, то 700 ГП. Хватит за слаги. Начинает было. Там по самое, по стоимости шмотки, то есть по. Я просто там, чем выше статы, тем больше стоимость идет, получается. Дайте 300 мага. Спасибо. Вот, 2 секунды сказать. А, ты про ДБМ пол? Хорошо. Я скажу, наверное. Так, ДБМ пол включаю. 5, 4, 3, 2, 1. Все, будет. Беги аккуратно с мором, только с вами, пожалуйста. Там над боссом ферка летает, если что. Уже. Давайте так. На пол удали. Че ты фон, блин? Гудит, наверное. Да еще, можешь возможно. Такси вызываю. Ты самое, на перефа. Заходуй, дай и БР по ЧП быстрее. По ЧП обновите бафы потом, когда это самое будет три фазы. ЧП давай врывайся. Может еще один сопротив купить. По сопротив говорит, это выпись. Пана запись. Теневый удар скоро. Готовимся. На пулы, на пулы, на пулы. Угу. Мирожем, беги. Мирожем, беги на край. Беги, 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 тебя попадут, не переживай. Забегай в лужу сразу, если бог. А, стоп, ну, сравишь, когда забегай, все. Забегай. Ну, нормально, пойдет это. Так, вторая метка. Вторая бог будет, вообще вторая будет вас. Ну, куда вы так рано даете, блядь? По центру в комнату сбежали все. У кого бомжи остались? Да, у тебя бомжи остались. Там у Кати. Кати, отойдите от пути, шипов не стойте.
Нет, просто до бомжей. Угу. Следующий бомжи даст у нас это самое, тогда как только фаза начнется, то есть после второго взрыва. Ну, я погиб, скажу. Нет, он должен выкопаться сейчас. Я тоненько. Я же считаю. Все отлично, Себас даже бомжей тогда по команде. Все, напулили на меня мелких. Пропускай только в этот раз сразу настакай, блядь. Тут там, блядь, настакал под конец. Бля, таймер. Нужен стан второй. Где, блядь, раскол, эй, блядь. Все отлично. Хули один. Что на 4. Топите, 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 ребята. На пол удали? Блядь, как в тютельку дал, блин. Жесть. Они только повернулись и стал влетел им. Фу, блядь, я же обосрался. Топим по боссу больше, больше, больше. Давайте, давайте, давайте. Сейчас может еще... Нет, не переводится. 10% еще для перифа. Нам наоборот нельзя переводить. У тебя куча мобов. И что? Они же не вредны. Они сдохнут сами. Бопу есть? Бопа есть? Или нет бопа? Бопа? Да, есть, беги. Да, только там есть. Сверху там разбейки, сверху разбейте там. Блять, не так же не подлагали, я бы на свет. Боб будет, нет? Все, надо, блядь, проебали нахуй. Раз, беги ты, беги. В чем дело? Там, блядь, сверху. Такого разбили перед... Боб, будет сейчас? Боб, давайте. Боб, нужен ну? Боб. Боб. Отлично. Есть. Раз перед Роксом разбили просто. Слушай, Донт, оттяни вот череп подальше. Надо будет еще разбить будет лужоту. Череп подальше, вот смотрите, стал черепок. Вытяните ее. Убейте меня 2 секунды, когда. Ну кто-нибудь, любой ДК, вы череп в сверху тут разбейте. Все отлично. Забегай, готовься забегать эту сверху. Еда, еда, беги, беги. Кто там у нас? Не забегай. Все отлично. Хорош. Ладно, в принципе, ничего страшного. Все, добивайте трэш быстрее этот мелкий. Там где стартовали? Да, да, где стартовали, поближе ко мне только. Готовьте на пул, на пул, на пулы. Мелких забейте, быстрее мелких убейте, потом босс играйте. Так, сколько там таймер? 5-10. Один моб где-то бегает, непонятно где. Сейчас, блин, меня там не могу забить. Не подводи, я сейчас сдохнешь, блядь. Все. Стан, второй стан нужен. Быстрее паладина. Быстрее, быстрее, быстрее передвигайся. Норм. Третью фазу я это зарылю. Давай, Геро. Давайте. Рокс, почему под фазу нет ки? Молодец. Сука, ты чел? Ты ряда, у метки хилим, танки поднимаем. Валс, прохилься сам, блядь. Сука, блядь. Драгу на бота. На передние это держим. Танк, тебе, силы тебя поднимите. Ты карту зелень отдай. На пол нету. Разум с губы, бабл отдай. Если видишь, на тебя нет, как-то не тебе. Подними чешу. Есть высоко, держите. Оба ханта мертвые. Поднимите ханта любого. Невры поднимите. Угу. Стан даю. Второй пал, стан подстрахуй. Рейд ниже, рейд ниже. С пухом и по меткам просто закидывайте. То есть без цепухи вообще. Без цепухи вообще хиль. Давай, 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 не фудите. На пул дали, на пул, на пул, на пул, на пул трэш. Плэша поднять. Моба, моба, забраться что-то. Дон, забери на себя мелкого. Да не, у нас хилы мертвые все. Чего? Еще живые еще, нормально, бьем. Бьем, бьем, бьем. 6%. Давайте, тупите по боссу. Спите кто-то в миле. Джагу на свет киньте паладина. Добивайте босса, бейте, 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 бейте. Нормально, нормально, нормально. Все наш. Блять, затащил соло. Блять, урана, как я хотел это очки. О, перчатки мои! Перчатки очки!
Ты бы лучше раскол затанчил, блядь. Да всё, блядь, всё. Всё это надо напоминать, блядь. И пуха, и перчатки, ебать. О, пуха, зависит. О, кажется, кому-то запу идут в банк. Так, сейчас на магу пойдем. И дробяшка классная, и пушка на кастера. Гигаснип, тебе надо это кольцо? ДЦ. Ничего. Его уже. Хорошее колечко надо составить. 234 ГП, подумай. Десните, пожалуйста. Даем осрез. Дробяшка очень хорошая, крутая, прям хапалы, шаманы. Она без соки-то. Хуеватая, ну. Ну что, сочки смотрели? Ну у тебя фикин больше приворастать. Ну вот. Он валт вообще 226. А у тебя викинг какая? Без 33, без хосты. В мече 32, хосты. 39. А в этой сейчас 66. Не, приор у тебя выше, я по приору. Пуху забираю, брата. Так, а в ДЦ не надо себе эту пуху? Она без соки. У него такая только 45. Заберите из сундучка шмот, пока он пропал. Сейчас не пропадет он. Давайте запы. Поехали. А почему Саша ему отдал? Я тебе. Я ему. Кому я дал? Гигаснипу отдал. Блять, сорян, гигаснип. Что я дал? Сейчас я посмотрю. Пушку отдал. Блять. Гигаснип, отдай, пожалуйста, викингу. Сейчас я тебе. Ну, донт, сними с него ГП и викингу дай. Я нечаянно мискликнул. Так, значит, по запам забирают у нас Води Фьюри. На сову, что ли? На мечу вывез, да. Так, пушку-то отдайте. Сейчас это тут, подожди. Ой, ты уверен? Ты уверен? Ну, по правилам мы тебе отказать не можем, но просто... Да. Так это бисовый, на мечу. Там две сейчас бисовый запу ты забираешь. Это самое, у фуриков забираешь запы, который дамажит, а ты на вовспе, который не принесешь пока пользы. Ну один хуй мы самому решать, так что. Не, ну да, ему-то решать. Я. Ну вот сейчас от тебя сейчас. Ты согласен или нет? Отдаешь фурику? Кто там стоматолог хочет? Нет. Рокси. Роксайд. Триню, который тебе сегодня выдал, блядь. Ну давай, отдавай Рокси тогда. Хорошо. Второй выбил. Рокси этого забатил в МК идти, блядь, так бы хуй пошел. Так, перчатки. Ебать, они топовые, ну. Мне. Не, я за мечом, блин. Спасибо. Ну. Ты меч так, годлик прикол в том, что жезл с магика по ЕП так же, как меч стоит. По ГП. Так, меч я не ранил, и все. Жесткий. Все пацаны по приору, блядь, ЕП, ГП, чекаем нахуй. У меня 7 приворотов. На оффспид нету больше 50%. Потому что у нас нет разницы между мейн и оффспидом. Зоркову дали ГП или нет? Меч, давайте, кастер. Не схопал. Вот он, блядь, приор 20. Ебанулся. Так. Что, Зорки досолил? Зорки, ко мне обмен. Викин, тебе дали дробяшку? Да, мне ГП дали дробяшку. Только, блин, 700 ГП, конечно, это... Ну да. Ну спасибо. Все так будут сейчас получать, так что не переживай. Нет, не зря. Не зря взял хорошее кольцо. Пошлите охоту сходить. Какую нахуй охоту, сейчас МГХМ будет. Я хочу посмотреть, у него был ГП... Ой, приор 1947, сейчас он лутанет 703 ГП, блядь. Дайте ему побольше. Да нахуй. Чекаем, блядь. 5-8. А где вы видите, что 703? Ну, вы сами захотели это проходить. Не, ну это нормально. Что-то типа я доволен, блядь. Зато... Главное, чтобы дали, как в журнале написано, чтобы... Так, перчатки... Ой, рога, ДК, маг, друид. Ладно, да посмотри, с каким он, блядь, у него, блядь, приором выиграл. Саш, это не те перчатки, это кастеровские. Сто кассовские. А, это реликвии, видите, там. Я бы еще бы 200. А было бы, ой, 400.
АДК и это. И АДК, и на друида, да. Поэтому по приору у нас там. АДК. А, нет, захотую. Захотую. Захотую кидать трейд. Нет, еда, Суза взял перчатки, а Зоркий забрал эти меч. Подожди, это же это девятый токен? Да, это девятый, 258. Марку я его, блядь, троллил. Долбоёб. А какой это новый токен? Ну чё, Була, петушиная голова, да, получается. Пал жест, друзья, пал жестчина, книжник. А Була, петушиная. Это ты, бля, петушиная голова, да? ЧП, блядь, не забывай, что это значит. Токен 268. КП. Бабаще. 422 мне показывают. Да, 422 ГП.